Всю минувшую неделю в республике шла очередная комплексная тренировка сил и средств. С каждым разом легенда такой проверки становится все более реалистичной. Мы помним украинскую тактику, которая всегда направлена на усложнение мирной жизни и разрушение объектов гражданской инфраструктуры. Поэтому пусть в Киеве не надеются на эффект неожиданности. Мы готовы встретить агрессоров во всеоружии. Понедельник, 17 мая. В республике старт комплексных тренировок органов управления сил гражданской защиты. В общей кооперации ведомства оттачивают навыки работы в кризисных ситуациях. МВД, МЧС, Минздрав, Минтранс. У каждого свои задачи. Цель общая. В случае ЧС быть готовыми слаженно и оперативно прийти на помощь людям. Накануне у медиков проверка готовности, смотр проводят в Центре экстренной медицинской помощи медицины катастроф. Его сотрудники впервые участвуют в комплексных занятиях. В диспетчерскую поступают вызовы со всей республики. Тут же распределяются бригады, которые в срочном порядке должны прибыть на место условного происшествия. Первый день, он обычно как вступительный, подготовительный. Мы активно включились в проведение тренировочных мероприятий. О полной готовности отчитываются все регионы. В Волчевске принимать пострадавших в случае возникновения ЧС будут в центральной горбольнице. Здесь в наличии все необходимые материалы и медикаменты. Дежурство сотрудников круглосуточное. Подготовлены палаты интенсивной терапии. При необходимости готов развернуть дополнительные койки. Спасатели отрабатывают вводную по разливу хлора. Место условно ЧС – Лутугинское очистное сооружение. Легенда – нарушен регламент разгрузочных работ, поврежден контейнер с хлором, произошел выброс химиката в окружающую среду. По прибытию к месту вызова эвакуация была проведена персоналом объекта и отключена электроэнергия. Автомобиль был поставлен на водоисточник с целью бесперебойной подачи воды. На месте работает Лутугинский пожарно-спасательный отряд. В спецкостюмах с помощью распыленной струи осаждают пары хлора. На место повреждения контейнера накладывают бандаж. После замеры опасных концентраций химиката в воздухе не обнаружено. В это время в Луганске правоохранители, спасатели и медики отрабатывают условное минирование объекта культуры и отдыха. Сигнал хоть и учебный, но работают по-настоящему быстро и слаженно. Ведь в случае реального ЧП медлить нельзя будет ни секунды. Сотрудники полиции, МЧС выставляют оцепление, инспекторы ГИБДД перераспределяют поток транспорта, наготове бригады скорой помощи. После того, как свою работу завершают криминалисты, условное место происшествия обследуют кинологи. После взрывотехники ликвидируют угрозу взрыва. В республиканской клинической больнице подготовлены места для массового поступления условных пострадавших. Дополнительно развернуты резервные операционные койки. Операционный блок развернули и в бомбоубежище, которое оборудовано всем необходимым. Имеется аппарат искусственной вентиляции легких, монитор, два операционных стола. Вот, и полностью оборудовано предоперационно сухожаровые шкафы, рукомойники. То есть все полностью подготовлено для оказания помощи пациентам. К тренировке привлечены все города и районы, в том числе прифронтовые. По легенде, в Славяно-Сербске угроза обстрела. Необходимо экстренно эвакуировать детский сад. В учреждении 150 малышей. Быстро, вместе с воспитателями. Они собирают вещи и в сопровождении спасателей, полицейских и медиков выходят на улицу. Там уже ждет автоколонна Минтранса. На автобусах детей в сопровождении машин ГИБДД и скорой помощи доставили в безопасное место. Такие тренировки имеют особое важное значение, так как Славяно-Сербск находится более в линии разграничения. Если учитывать полностью историю, то Славяно-Сербский район 93 километра – это непосредственно те населенные пункты, которые находятся на линии соприкосновения. А на этих кадрах правоохранители отрабатывают вводную, как это звучит официально, по выявлению и пресечению провокаций условных лиц, деятельность которых направлена на дестабилизацию обстановки в республике. Проводится поадресный опрос жителей. Подозрительных людей без документов доставляют фильтрационные пункты для проверки. Инспекторы ГИБДД проверяют транспорт, кинологи и взрывотехники, разрушенные и пустующие строения. А это снова Славяно-Сербский район. Профильные службы отрабатывают эвакуацию пациентов и персонала психоневрологического интерната при угрозе обстрела. Угроза условная, но в любой момент может стать реальной. В 2014-2015 годах украинские снаряды рвались по всей территории интерната. Когда нас бомбили в 2014 году, нам было очень тяжело. Все с нами были. И директор был наш, и сестры хозяйки. Мы все передвигались, понимаете, все через, ну, это, чтобы запрятаться нам. И мы все в подвалах сидели.
Персонал и пациенты хорошо знают, как вести себя при обстреле, а тренировка – еще одна возможность отработать слаженность действий. Снова все силы гражданской защиты работают как единое целое. Для транспортировки автобус Минтранса, если кому-то станет плохо, машины скорой. На случай возгорания дежурят спасатели, порядок обеспечивает патруль полиции. В оперативном порядке 350 пациентов доставили в безопасное место. А это уже отработка взаимодействия между больницами. Из Луганской республиканской бригада медиков выезжает на линию боевого соприкосновения. Правда, жизнь внесла коррективы в тренировку. Вместо легенды – реальный случай. Больной пневмонии срочно понадобились условия и возможности. Республиканской клинической в Славяно-Сербской больнице уже ждут местные врачи. Пациентка готова к транспортировке. Здесь есть все необходимое для решения большинства возникающих проблем. Но в тяжелых случаях пациентов направляют в Луганск. Самочувствие пациентки во время пути не ухудшилось. За этим всю дорогу следила бригада медиков. Дальнейшее лечение женщине будут оказывать уже в республиканской больнице. В это время в другой части республики тренировка развернулась на воде. Работает поисково-маневренная группа, инженерно-саперное подразделение. По легенде, в районе дамбы Каменского водохранилища в районе Лутугина видели группу людей, бросающих в воду какие-то емкости. Когда саперы обследовали поверхностную часть дамбы и не обнаружили подозрительных предметов, под воду спускается водолазно-спасательное отделение. И вот емкость с подозрительной жидкостью обнаружена, ее передают сотрудникам санэпидемстанции. А вот машина скорая подъезжает уже на место условного обстрела. По легенде, двое раненых. Первичная сортировка, оказание первой неотложной помощи. Второй раненый без сознания. Его подключают к аппарату ИВЛ и отправляются в больницу. Дальнейшую помощь пациенту оказывают уже в противошоковой палате. В это время свердловские медики готовят места для массового поступления условно пострадавших, распределяют пациентов в отделение оказания неотложной экстренно-медицинской помощи после направления в заранее подготовленное отделение хирургии, реанимации, травматологии. Как видите, мы приготовили полные наборы, стерильные столики, аппаратуру, либо некоторых больных был обследовать поэтапно и поднимать в операционную. Правоохранители в финальный день тренировки отработали предотвращение условных провокаций со стороны подозрительных лиц, прибывших с подконтрольной Украине территории. Легенда следующая. В дежурную часть МВД сообщили, что на протяжении 2 недель возле одного из зданий припаркован автомобиль с украинскими номерами. Правоохранители оцепили прилегающую территорию, сотрудники ГИБДД перекрыли дороги и перенаправили автомобильные потоки. Проводится внешний и внутренний осмотр авто. В результате проведения комплекса специальных мероприятий потенциальная угроза устранена. Оперативно и слаженно – это уже стало девизом тренировок. Подводя итоги, министр чрезвычайных ситуаций отмечает высокий уровень организации и слаженности действий дежурных сил. Все задействованные ведомства и службы продемонстрировали готовность своих сотрудников действовать в условиях экстремальной обстановки, подытожил Евгений Коцевалов. Всего в тренировке было задействовано более 35 тысяч человек. Как подчеркнул в своем заявлении Леонид Пасечник, цель мероприятий – повышение эффективности действий министерств для обеспечения безопасности жителей при возникновении ЧС. С каждым разом вместе мы совершенствуем наши методы работы, позволяющие повышать эффективность проводимых мероприятий. Я уверен, в случае опасности граждане республики получат своевременную и необходимую помощь. Органы управления и силы гражданской защиты республики показали свою эффективность и готовность к действиям в условиях резко меняющейся обстановки для обеспечения сохранности жизни и здоровья наших граждан. Леонид Пасечник, глава Луганской Народной Республики. Как отметил глава, в ходе работы был вскрыт ряд проблемных вопросов, которые показали направление совершенствования и развития системы обеспечения гражданской защиты. В то же время Пасечник отметил высокий профессионализм сотрудников экстренных служб.